Отсюда, да? С Москвы. Дрон запускаем? Да. Иди по милицейского спроси, можно запустить. Загадал? А, правильно? Я, конечно, работу в Google загадаю. Пойдем дрон запускать? Пойдем. Так вот и живем. Я остался на самоизоляции близкой деревни. Везде, на каждом шагу тут кишит сотрудниками. Не просто тут поблогерствовать. Радиолокационная тема. Вот такая арава спецслужб разношерстных, которые создают атмосферу напряженных какой-то. Мои родители тут были с племянниками все. Племянники подбежали сзади и сказали. Нормально. ОМОН всяк тут одна. Зачем? Вообще никого не надо было. Все свои. А что здесь нет? Не снимают. Россия. Это же история. Им очень не нравится. Очень важно. Очень не нравится. Пропагандируют вот у нас православие. Все. Тут неуютно максимально. Все смотрят, как на приезжие. Все вокруг в этих синих фуражках. Полицейские ассоциируются с бесграничным правом. Он может превысить полномочия, ему ничего не будет. Я вообще хотел поснимать, но я не вижу места с автоматами. Да, я красиво выгляжу. Я имею в виду дрон, не телефон. Я что ж должна? Какой-то... Если честно, я не против. Ощущение страха какого-то от сотрудника. Нет, ну ты... То, что он его разбил, а удивляет то, что две вещи. Почему менты остались стоять там, где стояли? Если было много, и все не видели, что произошло. И второе, это то, что как этот, собственно, дрон выжил.